Библейский портал экзегет.ру представляет. Библейский портал exeget.ru представляет цикл бесед о книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем 32 главу. А Иаков пошел путем своим и, взглянув, увидел ополчение Божие, ополчившееся. И встретили его ангелы Божие. Иаков, увидев их, сказал, это ополчение Божие, и нарек имя месту тому Маханаим. Ополчение Божие, то есть ангелов. Иаков увидел ангелов, и это было видение присутствия сверхъестественного мира, которое должно было ободрить и укрепить Иакова, что Бог о нем позаботится, Бог не допустит, чтобы ему причинили зло. «И послал Иаков пред собой вестников к брату своему Исаву, в землю Сиир, в область Едом, и приказал им, сказав: Так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Иаков: Я жил у Авана и прожил до ныне. Есть у меня волы, ослы, и мелкие скот, и рабы, и рабыни. Я послал известить о себе господина моего Исава, дабы приобрести работу благоволение пред очами твоими. Мы помним, что. В свое время Иаков бежит от Исава, брата своего, потому что он его обманул. Он обманом похитил богословение отца. И он, естественно, сильно рассердил Исава и, опасаясь, что Исав его просто убьет, он убежал. И теперь мы видим, как этот конфликт Иаков решает. Прошло долгое время, и Иаков приобрел некоторую мудрость. И поэтому он обращается к Исаву, своему брату, с глубоким смирением. Он говорит, «Так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Иаков». То есть мы видим, он смиряется, он склоняется, он ищет расположение брата, которого он обидел, и мы видим здесь пример его мудрости и пример его смирения. И вот что интересно – у него есть Божье обетование, ему Бог обещал, что Бог будет заботиться о его безопасности, что все с ним будет в порядке. Но мы видим, что это обетование не делает Иакова наглым. Иаков, ему в голову не приходится сказать, ну вот отлично, меня Бог пообещал защищать, Бог меня защитит, я могу теперь на этого Исава там ругаться, как хочу. Все равно же мне Бог пообещал. Нет, мы видим, что обетование это делает Иакова смиренным. Если Бог что-то обещал, это обетование действует в нашей жизни, в том числе через наше участие. Таково таинственное действие Бога в нашей жизни, что когда, например, Бог желает сохранить жизнь человека, Он внушает этому человеку благоразумную осторожность. И мы видим, как Бог сохраняет жизнь Иакову, как Он это обещал сделать. Не каким-то внешним образом просто э, идет перед ним и ликвидирует все препятствия. Нет, Бог дает Иакову мудрость. И вот Иаков проявляет мудрость, и он смиренно обращается к э, брату, который, как он знает, против него озлоблен. И в Библии Глубоко ввязаны эти два понятия, мудрость и смирение. Мудрый человек не, воз... не превозносится, и мудрый человек ищет мира. Он говорит, так скажите господину моему Исаву. Может, и говорит, раб твой Иаков. И далее говорит, я послал известить о себе господина моего Исава, дабы приобрести рабу твоему благоволение пред очами твоими. То есть он показывает, что он ищет благоволение у Исава. Вместо того, что, может быть, напрашивается, как очень естественно было бы поступить для человека менее мудрого, сказать, ну, Исав сам виноват. Он мне продал э, свое первородство за чечевичную похлебку. Это была честная сделка. Он знал, на что шел. А то, что у него потом претензии возникли, ну, э, мало ли. Раньше надо было думать. Мы знаем, как множество конфликтов между людьми, они развиваются именно по такой схеме. Когда кто-то с кем-то поступил несправедливо, у него возникает к обиженному куча претензий, потому что ему надо объяснить, обосновать, что да, я вот все правильно сделал. Но мы видим, что Иаков, наставленный Богом, он проявляет мудрость, и он проявляет смирение перед лицом своего брата. «И возвратились вестники к Иакову и сказали, «Мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ними, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на два стана. И сказал Иаков, «Если Исаф нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись». И сказал Иаков, «Боже, отца моего Авраама, и Боже, отца моего Исаака, Господи Боже, сказавший мне, возвратись в землю твою и на родину твою, и я буду боготворить тебе». «Не достоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исавы, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду боговолить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от его множества». Иаков испуган, что, возможно, брат его продолжает на него держать зло. Он боится, что он будет убит. И он обращается к Богу с горячей молитвой. То есть в минуту страха, в минуту испуга, что делает Иаков? Он взывает к Богу. Он признает свою полную зависимость от Бога. И он в этой молитве просит Божьей милости. И вот что он делает он вспоминает обетование Божие. Бог сказал, возврати землю твою, народную твою, я буду боговолить тебе. Он смиряется, он говорит, недостоин я всех милостей и всех богодеяний, которые ты сотворил рабу твоему. Ибо с посохом моим перешел я этот Иордан, а теперь у меня два стана. То есть он говорит о том, что Бог его щедро благословил. Он вспоминает об этом, он за это благодарит мы видим здесь его такое правильное душевное расположение, потому что в эту минуту опасности, в эту минуту тревоги он вместо того, чтобы метаться, вместо того, чтобы предъявлять Богу претензии, что как же, значит, Бог обещал защитить, пускай защищает, он смиряется, он признает Божье богодеяния в его жизни, и, оглядываясь на эти богодеяния, он говорит, вот как ты, Боже, мне раньше помогал, так и теперь ты мне помоги. Ты сказал, я буду благоволить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества. И ночевал там Иаков ту ночь, и взял из того, что было у него, и послал в подарок Исаву, брату своему. 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдиц дойных с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов и дал в руки рабам своим каждое стадо особо и сказал рабам своим, «Пойдите передо мною и оставляйте расстояние от стада до стада». И приказал первому, сказав, «Когда брат мой Иса встретит за тебе и спросит тебя, говоря, чей ты и куда идешь, и чье это стадо идет пред тобою, то скажи, раба твоего Иакова, это подарок, посланный господину моему Исаву. Вот и сам он за нами идет. То же, что первому, приказал он второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря, «Так скажите Исаву, когда встретите его, и скажите, «Вот и раб твой Иаков идет за нами». Ибо сказал он сам в себе, «Умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, а потом и вижу лицо его, может быть, и примет меня». И пошли дары пред ним, а он ту ночь ночевал в стане. Мы видим, как Иаков принимает меры к тому, чтобы приобрести благоволение брата своего Исава. Он показывает глубокое смирение и он показывает вот это желание примириться. Иаков настойчиво ищет мира. И поэтому Бог его богословляет. Мы знаем, что люди вообще существа конфликтные и в любом конфликте... Мы всегда считаем себя правыми. Ну, так это в нас срабатывает. Мы... Очень трудно признать, что я бы хоть в чем-то не прав. Понятно, что когда имеет место какой-то конфликт, человек выстраивает себе такую картину реальности, в которой он всегда выглядит правым. Была еще такая старая-старая советская карикатура, как двое женщин обращаются к по поводу своего конфликта к э, народному судье. И сначала одна рассказывает, и она выглядит на картинке ангелом с нимбом, а ее соперница выглядит чертом с рогами. А потом другая рассказывает, и наоборот. Это она выглядит такой принцессой, а ее соперница выглядит ведьмой. Человек в случае конфликта, он себя видит очень хорошим, своего противника он видит очень плохим. И мы видим, как это преодолевает Иаков. Он смиряется, он посылает дары своему обиженному брату для того, чтобы с ним примириться. И это показывает, как Библия учит нас реагировать на конфликты, искать примирение, даже если для этого нужно смириться и признать свою неправоту. И стал в ту ночь, и взял двух жен своих, и двух рабынь своих, и одиннадцать сынов своих, перешел через Иавок в брод. И, взяв их, вы перевел через поток и перевел все, что у него было. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал ему, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Иаков». И сказал ему, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Иаков, говоря, «Скажи мне имя твое». Он сказал, «На что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно». И благословил его там. Мы видим, как здесь Иаков Борется с ангелом. Причем в Библии ангел и Бог это иногда понятия, которые пересекаются, потому что в лице ангела присутствует Бог. Ангел это манифестация, проявление Бога иногда в Ветхом Завете. И здесь мы видим, как Иаков борется с ангелом до появления зари. И эта таинственная борьба, она в истории церкви стала интерпретироваться как усилия, которые человек прилагает в молитве. Он говорит: Не отпущу тебя, пока не богословишь меня. Что молитва это борьба, молитва это усилие, молитва это нежелание отпускать Бога. Потому что бывает так, что человек молится лениво, рассеянно, отбывая некую повинность, а иногда даже и эту повинность не желая отбывать, и так невнимательно и рассеянно. Но Иаков борется с Богом, то есть он пребывает в молитве, пока Бог не благословит. «Не отпущу тебя, не выйду из этой молитвы, пока Бог меня не благословит». И он получает от ангела имя Израиль, что значит боровшийся с Богом. О какой борьбе здесь идет речь? Речь не идет о том, что бороться в смысле сопротивления, о том, что бороться в смысле искать Бога, настойчиво искать Бога в своей жизни. И человек, когда он молится, он сталкивается с такой внутренней борьбой. У него есть миллион важных дел, которые он должен сделать. Миллион факторов, которые отвлекают. Одни соседи ровно в этот момент заводят громкую музыку, а другие соседи начинают что-то делать с перфоратором он тут же вспоминает кучу важных обязанностей, которые он не выполнил, что ему нужно позвонить. В этот самый момент все его друзья, знакомые, рекламные агенты и еще куча народа считают необходимым ему позвонить на телефон. То есть всегда молиться сложно, и молитва требует глубокого сосредоточения. Она требует борьбы, она требует усилия. И человек, который борется с Богом, это человек, который борется за то, чтобы пребывать в молитве, который борется за то, чтобы пребывать в Божьем присутствии, хотя он постоянно из него вываливается, он постоянно из него выскользает. И поэтому молитва требует большого усилия. «И нарек Иаков имя место тому, Пенуэл, ибо, — говорил он, — я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят живы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся живы на составе бедра Иакова. Мы с вами прочитали 32 главу книги «Бытия». Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру».